В разные разделы сайта можно разгрузить разные баннеры. Как это сделать? Сейчас на сайте создано 4 баннера, которые можно размещать в любых разделах. Например, разместим оранжевый мир. Ну, они все здесь идут как оранжевый мир. Так, давайте разместим справа верхний баннер 1. И сразу размер пишется 220 на 342. Отредактируем. Разместим в календарь беременности. Если мы разместим его в календарь беременности, то он из буду мамой должен исчезнуть. Сохраняем. Нажимаем буду маму. Тут баннера нету. И проверяем календарь беременности. В календаре беременности баннер появился. Еще раз отредактируем его. И перенесем уход за ребенком для проверки. Обновляем, он должен исчезнуть. Его нету. Переходим уход за ребенком. Он здесь появился. Смотрим красота и здоровье. Здесь его нету. Давайте попробуем его добавить в красоту и здоровье. Он здесь появился. Ну, предположим, нам нужно, чтобы баннер располагался не только в одной категории, а сразу, например, в 4. Красота и здоровье, товары для малыша, уход за ребенком и календарь беременности. Ну и главная категория «Буду мамой», например, 5 категория. Сохраняем и начинаем проверять. «Буду мамой». Стоит. Календарь беременности. Стоит. Уход за ребенком. Стоит. Товары для малыша. Стоит. Если нам этот баннер наскучил, уже и срок истек или еще что-то, мы можем его отредактировать и убрать галочку «Включить показ баннера», «Сохранить». Тогда никто не будет видеть этот баннер. Все, нигде этого баннера нет. Ну, еще легче вариант, например, чтобы облегчить себе задание, можно добавить именно дату начала и дату окончания, когда заканчивается баннер. В принципе, очень удобно. Вот. Такой же принцип имеет остальные 2, 3, 4 баннера. Другие баннеры, которые увидите в этой панели, они, принцип работы у них у всех одинаковый. Одинаково грузятся картинки к ним, одинаково грузятся ссылки к ним. Все это делается по схеме, которую я скидывал ранее.